Правительство Забайкальского края увеличит финансирование, направленное на газификацию Читы, с 6 до 7,4 миллиардов рублей. Об этом на оперативном совещании с губернатором Осиповым доложил первый заместитель регионального правительства Андрей Кефер. В первую очередь на газификацию мы определили районы Остров, Чита Первая, Кадала и Северный. Подобрали участок под размещение системы хранения природного газа и определили предварительную трассировку, доложил Кефер. Он также добавил, что 26 июля в Читу прилетят представители проектировщиков схемы газификации. Им предстоит посмотреть и оценить будущее расположение трубопроводов.